Земли Сибири хранят в себе много тайн и нераскрытых загадок, которые по сей день привлекают людей. На протяжении множества столетий землю заселяли малоизвестные государству народы, которые оставили свой след в истории. Каждая область Сибири имеет свою легенду. Омская, например, хранит легенду о пяти озерах, одним из которых является знаменитое озеро Окунёво. Пупом земли является именно деревня Окунёво, которая считается энергетическим центром. Сама деревня является местом, где периодически происходят паранормальные явления. Кто-то видел здесь всадника без головы, другие рассказывают про неизвестно откуда взявшийся хоровод девушек на берегу реки. Легенда рассказывает, что за спинами девушек то появлялись, то исчезали полупрозрачные фигуры огромной высоты. Вокруг деревни расположено 5 озер, которые появились при падении 5 метеоритов. Вода в каждом из озер считается целебной. Местонахождение 5-го озера до сих пор находится под загадкой.